такой парадигмы хлеба и зрелищ. Вот зрелища были эффектные на этой неделе, интересные, захватывающие. Поэтому сделаем все, чтобы на следующей парламентской неделе мы перешли уже к вопросу решения хлеба. Как жить? И, конечно, объединить все усилия. Никому не отдать украинскую землю. Спасибо. У меня всего 20 секунд. Я скажу о самом главном.